Столица Греции охвачена беспорядками. На улице Афин вышли протестующие в масках. Они забрасывают полицейских бутылками, зажигательной смесью, камнями и сигнальными ракетами. По данным сил правопорядка, сейчас уже задержано 22 человека. Известно, что причина массового нападения – годовщина убийства 15-летнего подростка полицейским. Напомню, в 2008 году Андреас Григорополос при непонятных обстоятельствах был застрелен представителем сил правопорядка. Тогда его гибель спровоцировала двухнедельные протесты по всей стране. Теперь это стало ежегодной традицией. К слову, в 2014 году в результате аналогичных столкновений только в районе Политехнического университета муниципальные службы собрали 50 тонн камней, которыми протестующие забрасывали полицию.